Здравствуйте! Мы продолжаем разбирать грамматики по книге Grammar Way 1. И сегодня у нас указательные местоимения. Это «это», «эти», «тот», «те». Давайте прочитаем сначала вместе немного теории. This – это «это», «это», «этот», «this» – это во множественном числе. Разница в произношении. И здесь короткий звук, и в конце – у нас будет this, и во множественном числе, и долгий, и в конце z, this. Используются, когда говорят о предметах, находящихся вблизи. That – это тот, та, то, those – это те. Используются, когда говорят о предметах, находящихся далеко. Смотрим, какие могут быть вопросы. What? This. Что это? What are these? Что есть эти? What's that? Что тот? What are those? Что есть те? И отвечают с использованием местоимения it. It is или it's в единственном числе. Или местоимение they во множественном числе. They are there. What's this? What's that? It's an umbrella. То есть в ответе мы не используем this или that. What are these? What are those? They are hats. В ответе мы не используем this or those. Еще раз посмотрим краткие ответы. Отвечая на вопросы is this? Это есть то-то или is that? Or are these? Are those? Мы используем краткие ответы. Yes, it is. No, it isn't. Yes, they are. No, they aren't. То есть мы в ответе опять-таки не используем this или that. Мы используем it. Или используем they. Примеры. Is this a camera? Это фотоаппарат. Yes, it is. No, it isn't. Are these sunglasses? Это солнечные очки. Yes, they are. No, they aren't. Is that a helicopter? Это вертолет? Yes, it is. No, it isn't. Are those birds? Те. Точнее, здесь был у нас там вдалеке это. Helicopter, вертолет. Are those birds? Там это птицы. Yes, they are. No, they aren't. Делаем вместе упражнение для того, чтобы нам было понять. Смотрим на картинку. These are my shoes. Эти есть мои туфли. Are, вспоминаем, что это глагол to be, чтобы после этого у нас везде здесь стоит глагол to be. Почему these, почему эти? Потому что вблизи и во множественном числе. Eagle – это орел, мы видим его вдалеке, он в единственном числе. Поэтому это будет звучать that is an eagle. Тот есть орел. That is an eagle. Опять-таки вдалеке во множественном числе. Шарики, balloons. Поэтому мы скажем those are balloons. Those are balloons. Вблизи шляпка в единственном числе. This is my hat. This is my hat. Следующая картинка. Пальмы вдалеке. Пальмовые деревья, palm trees. Those are palm trees. Those are palm trees. Вблизи книги. These are my books. These are my books. Следующее упражнение вставьте. It's they are or what's. Пустыня, грузовичок и тема с этим связана. Такой диалог между Билли и папой. Look, Dad, what's that? Посмотри, папа, что это? И папа отвечает, что это скорпион. И мы помним, что в ответе мы говорим, да, вот чуть раньше мы об этом говорили, если нам задают такие вопросы, what's that? Мы отвечаем либо it's, либо they are. It's a scorpion. Scorpions are very dangerous.
And what are those? И что там вдали вот эти? Вот те, точнее. Те, those, those. Там вдали, хотя я не вижу, чтобы мы их видели. И мы помним, что мы отвечаем на такие вопросы. They are camels. Те верблюды или там верблюды. They are camels. Они, вот эти те объекты, это верблюды. Дальше мы спрашиваем, что там? What that? И ответ у нас будет, это то, это змея. И опять вспоминаем, в ответе у нас будет фигурировать местоимение it. It's a snake. It's a snake. It's horrible. Это ужасно. And who are those people over there? И кто есть те люди вон там? Those people over there. Те люди – это бедуины. Они живут в палатках в пустыне. Итак, бедуины у нас, да? И во множественном числе мы скажем, что they are bedouins. They are bedouins. They live in tents in the desert. They look strange. Они выглядят странно. Итак, мы закончили разбирать сегодня урок. Продолжение в следующих видео. Оставайтесь с нами и совершенствуйте свой язык.